Всем привет! Вы смотрите «Бон аппетит», меня зовут Тимофей, и сегодня вместе с Лизой мы приготовим кое-что особенное ко дню всех влюбленных. Привет, Лиза, это я, и сегодня мы будем готовить суши-роллы. Готовьте суши вместе с нами, а также смотрите, как устроить крутой романтический ужин ко дню Святого Валентина. Еще больше вдохновения вы можете почерпнуть на канале «Идеи для жизни». Обязательно подпишитесь! Девушки обожают суши, поэтому сегодня я научусь их готовить. Поэтому смотрите и запоминайте. Лиза, начинай. Это гораздо проще, чем кажется. Сегодня мы научимся готовить два ролла. Ролл Филадельфия и ролл с красной рыбой и авокадо. Нужно очень тщательно промыть рис под холодной водой, пока вода не станет прозрачной. После этого оставить рис на 20 минут в холодной воде. Теперь сливаем воду, перекладываем рис в кастрюлю с толстым дном и заливаем водой. На один стакан риса нужно 1,5 стакана воды. Ставим кастрюлю на большой огонь и ждем, пока вода закипит. Когда закипит, убавляем на маленький огонь и варим до тех пор, пока вода не испарится. Пока варится рис, приготовим заправку. Лиза, что для этого нам понадобится? На 1 килограмм риса нам нужно 300 миллилитров рисового уксуса, 100 граммов сахара и 1/2 чайной ложки соли. Все смешиваем в кастрюльке, ставим на маленький огонь и помешиваем до растворения сахара. После того, как рис сварился, его нужно перемешать и оставить под крышкой на 15 минут. Теперь мы тонкой струйкой вливаем заправку, помешивая рис. Теперь нужно, чтобы рис полностью остыл при комнатной температуре. Пока рис остывает, займемся начинкой. Начинка готова. Приступим к скручиванию роллов. Кладем лист нори гладкой стороной вниз. Окунаем руки в емкость с рисовым уксусом и разбавленным водой. После этого набираем рис руками, выкладываем на лист и равномерно распределяем до середины листа. На рис выкладываем начинку и начинаем скручивать ролл. Часть нори без риса отрезаем. Оставшуюся часть нори смачиваем водой. Оборачиваем циновку пищевой пленкой. Лист нори разрываем пополам. На пленку выкладываем слой риса и прикрепляем к нему лист нори нахлёстом в 2 см. Сверху выкладываем сыр и огурец. Плотно сворачиваем, слегка подтягивая циновку. Сверху выкладываем тонко нарезанную красную рыбу. Затем разрезаем ролл на 8 частей. Наши роллы готовы. Сегодня мы показали вам две простых техники приготовления роллов. Обязательно повторите это дома, тем более, что для этого есть прекрасный повод – День Святого Валентина. С вами были Лиза и Тимофей. Всем бон аппетит!